За что, боже, Ну, это капец. если скидывать, чтобы его именно купили, вот прямо сейчас. Не, ну там на Ауке самое дешевое было 18. Ну вот 17 я Ну, ставил, а, вот ну, где-то. значит, Скорее сейчас всего, подешевле. подешевело. Сейчас подешевело тогда. На полминуты отскочу поссать. А Прикольно. дропнулось кому-нибудь око, ребра? Могу поменять на легкие дамские наручи. Если Одинаковая мы цена. я могу это быстренько ноут перезапустить, но не быстренько это нихуя. Знаешь, прохлопнем, а потом перезапускай. Ладно. Потом, в принципе, пока мы там трэш, пока принцы можно. А чё там Holy Окей. Drink стоит? У нас, если квест кто-то Зашел. собирается делать, без дерева тяжеловато будет. По-моему, он говорил, что это за пол. А чё, у кого-то квест на Абаву? Да вроде нет. А, ну все. Ландом. Не, я типа рассказал бы, можно и без дерева. Сделали. Ждем портопала, получается. Я здесь бегу. Смотри, у нас аэродружки нету, так что не факт, что сразу успею плюнуть зеленого. И, типа, у нас есть ДЦ овергир. Сейчас как за это защитует, вообще пофиг. И скорее мы его сейчас, ну не знаю, по ДПС вроде плюс-минус. Парчик, ты тут? Живу. Все, пить. Нет, погоди, погоди, живу. Ты тут? Живу. Что, быдло отошел, что ли? А, все, все здесь. Давай, пей. Писа. Пойдем, медведя. Мишка, выводи, 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 не стой, не стой. Лужится. Ковыряем, ковыряем, профа, ковыряем. Да, да, ладно. Не свечаемся в зеленого, ковыряем, профа, ковыряем. Не плюй, не плюй в зеленого. Профа, играем. Айдио. Я же не плюнул. Ну нахера? Думал. Я же сказал, не надо. Ой, ладно. Это, как отпустит, сразу в зеленом. Кучкуемся вот сюда, там, видите, сову толстенькую. Кучкуемся. Они все накинули зеленого. Все, отлетели, ждем. Милики стоят, РДД долбят. Не надо набегать, не надо на него набегать. И все, и по профу поехали. Чуть-чуть раньше там накол бы уводить. Чуть-чуть раньше. Ну и это, если Мишка ошибается, теперь милики тоже не лутайте шляпу его. Смотрите, у вас ДБМчики есть. РДД у вас красный вылез уже. Можете по нему играть. Мелики свичнулись. Воу-воу, ты там заранее давай, страшно. И не по колбам фарма, боже мой, беги, 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 не по колбам. Это был бы вайп фейме только что. Че он с квадратика? Уводи, уже уводи, Мишка, уже уводи. Он сейчас пока будет кастовать, пока ты его доведешь туда-сюда, он сейчас здесь и оставит свои хоряшки. Все, милики, в зеленого встали, рожи в зеленого встали, ждем. Плюй, 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 уже плюй. Шо. И тебе, Мишка, в идеале, ну, потом, когда хрямку танчить будешь, все равно тебе в идеале тоже Берегитесь. красного ДД свичнулись.
Тебе в идеале тоже колбы не лутать. Все в красного сыграли. Все в красного. В другую сторону надо было бежать. В другую. Опять колбы минус рау. Это босса, тащи к нам сюда. Тащи к нам сюда босса. Войд, подними, пожалуйста, Буребая. По боссу. И это дайте ребавчик по паладину, как отпустит вас. Первый диван то дает? Нет, не будет никаких диванов. Сейчас по-другому сыграем. Начнешь с самого начала, да, Мэн? Сейчас это, таунты лишние, никто ничего не дает. Мишка, сейчас у тебя холипал заберет, дернет босса. Как стак повесится на холипал, а ты забираешь обратно. Протопал не дергается, лишние таунты никто не дает. Боссов диминишинг никто не загоняет. Промахнулся. Еще раз ждем. Ничего страшного. Я залагал, да? Ой, я залагал. Ладно, поехали, забирайте. Босса-то заберите. Стак-то висит уже. Хорошо. Я не вижу стаки, наверное, пал там уже забери. Сколько на мишке стак? 3. Хорошо, пал, забери босса. Как я вовремя залагал. Ну и все, и добивайте спокойненько. Все, больше не забирай. Ну ты умираешь. А нет, не умираешь. Все, больше не надо никому ничего дергать. Берегитесь. Неужели она выпала? Она еще существует. Сука, она существует. Фарл, я понял, что ты умеешь. Но это давай в следующий раз согласован. Ну, так босса, ты уточняй, мне... какой холипал. А, точно. Сорян, да у меня типа Бурява, это супруга моя, это мой холипал по жизни, поэтому я забыл, что есть другие. Сорян, блин. Нет других холипалов. Десятый по ДПС говорит раком, ясно. Холидинг, у тебя получается мейн ретрик, да? Да, да, да. Ага. Так, больше вроде никого. Бурибай, ну. Да, он, блин, за этой колбой ходил, он ее во снах видел. Все уши нам прожужжал своей колбой. Когда колба, когда колба. А вот если бы кикнули дисгрейса, да ничего бы не выпало, нахуй. Знаете, какой у меня удачливый рога, блядь? Все с первого раза падает. Что нужно? Реклама была? Нет, я тебя передамажил, так что зачем мне себя рекламировать? Четко. Да я там завис маленько на 30, но я не оправдываюсь. Рога да, реально. Я не про этого босса. Я просто... А, ну там я вообще обосрался по полной. Все, палчик, танкуй, потихо. Все, выводить не будете? Че? Не, погнали, у нас же нет квеста. Типа мы же таймер не экономим. Все, только ты один, так что это аккуратненько там. Спасибо. Я релогнулся, захожу. А? Не понятно. А я... Нет, ну он, наверное, кнопки жмет. Ну, раса, да, решает. И он, наверное, кнопки жмет лучше, чем я. Я, видать, не умею еще играть. Ты жмешь протации кидня? Че я жму? А, удар по почкам. Yes. Это обязательная кнопка. А, ты себе возвращаешь. А, ну да, я. Не, все, я понял. Не, я... У тебя там 3 таланта работает от этой кнопки. Да, да, у тебя типа возвращается рага, и ты пошел будешь сидеть. Ну, понял. Не, да, я не это... только рага, ты можешь еще очко получить. Ну я это бомжар, я не делал. Как получить в очко получить? Ну в данный момент я бы ответил, но. Ой, лол. Ей, вытянуть одного. Это чисто наша роговская, это в очко получать. Упс. Ну, двоих, ладно, не получилось одного. Пачка. Это по тактику сыграйте, парни. Надо напулить в поле дринка.
Это, наверное, единственный класс, где я не задрачиваю все мелочи, и поэтому и просираю. Ну что ж. Вот, все ясненько. Это ГГ. Не, не ГГ, контрольте. Контрольте, примораживайте. Благобой, давай войско. Зеванди с БРы. Спускайтесь все сниз, съебывайтесь вместе с хилами. Это нормально будет, подними поле дринка. У меня КД, Зеванди с ресы. А, все понятно. Бегите, давайте контрольте. Паладины, у вас есть такое изгнание зла, нахуй. Давайте, нажимайте, хули вы, блядь. Хилованы. Только полидринг жалко, дефа даже не отдал. Так бы выжил, может. Ну что, побежал, что ли? Ну примораживайте эту залупу всю. Блять, как бичи вайпнулись, нахуй. Не вайпнулись пока что. Все, живем, хилимся, живем. Контрольте, у вас же есть контроли, оковы, вот эта вся залупа, станы. Не, ну оковы не работают, он дота, но станы, да. Там 2-2 паладина, елки-палки. О, один паладин и два хила, которые не факт. А, синтек, работаем. Ну чё, блядь, ПВП вспоминаем. Вон я два моба в контроле держу, блядь. О, под ГМ размяли. Не, я не люблю вайп на трэше, нахуй. Ну почему 5 мобов должны 25 людей ваншотать, блядь, что это за хуйня? Не знаю, это лань традиция. Это такой позор, нахуй. Столько контроля, блять, у вас, столько контроля, блять, всякой залупы, дизармы, станы. Я шел тактика доставать, но зачем-то спулили. Ебу, зачем спулили? Так стойте это внизу, вот тут, вот. Я как-то раз ругался, говорю, стойте тут, нахуй, как бичи, блять, вот тут, возле этого шарика. Тактика, типа, я хотел достать, но я там чуть-чуть обосрался. Но трабл в том, что пал бы просто деф нажал, и мы бы выжили, но это не будет получилось. Сейчас просто медведю забрать тактикой, причем я бы сможет там. Сейчас просто пошлем приста грамотно. Без обсирашек. Я могу лапку еще кинуть сейчас. А, ну вот, давай лапку, это еще проще. Медведь нажимает волшебный огонь, и все у него хорошо. Ну, сова, и зачем медведь? Ну, сове можно ебало получить от тактики. Похуй. Ну, извините, у меня пушистая ебало, там еще и клюв. Это еще лучше будет. Бронированная. Либо просто. Блять, если бы носову шлем можно было одевать, ну. Выбери в цель второго тактика, сейчас я нажму. И потом все скажут, что виновата сова. Дергай. Черна, я так виноват. Что тогда, холи на келесете? Синтек ты двоих. И. Что у нас? РДДшечки. Два мага, хант. На сферах. Ну и остальные, те, кто видят, если вдруг рядом с вами падает, типа, ну, свищитесь. Не игнорьте. А, два ханта даже. О, даже два ханта. Боже, я не увидел тебя, сорян. Взятый кинь на всякий СС потом. Тебя? Так, 10к голды потом с этого с ГБ выдадут. Five, four, three, two, one.
это графа поставил. Давайте. Ты готов? Дринк. Все, погнали. Пуляй. О. Смотри, как он падает, ага. Что? Ты бы наоборот, Холли, подошел сейчас, пока он мне активно набивает игру. Дайте Геру, парни. Что? А мы улетим, Мишка, слева ветрок, отдади чуть. Шо. Сейчас килисет откроется, те, кто точечно бить не умеет, Т4 свой не контролируют, а УЕ килисета не трогают. Кто там сферу утащил? Дадите. Или уже? Да уже не надо. Катушка. Мишка, пойдем, вон мобы прям сразу стоят, ждут. Только тебя. Осколок. Ага. Так, живу здесь, Изи Вандис. Мне на третий спрят. Кому же? Ага. Он хочет просто, чтобы его просили об этом. И он танчит. Он, по-моему, ни разу не отказался еще. Забирай.
Он как я, маньяк нахуй. Танк Мишка, блядь. Олег, на первый эфир дашь свой масс? Окей. А ДЦшка на второй? Ну и шаманов никто не отменял. Гасили вару. Не успел плащ натянуть. Парни, тут трэш внизу. Танки забрали. Не, ну дело было бы это. Маком стал. Шивы, все дела подержать. Не среагировал, получается. Ну что поделать, придется рыбку ради тебя одного ставить. Так, Дэл Херу напомни, ты дримботок, да? Что? Нет, это Литансай. Не-не-не, дрим это Наота. Угу. Полиприн. Угу. Ты готов? Чувак несчастный, а чё, да? Бубляха нам принимает переводы. Балбезный. Это было неразумное Поставьте ее выше, парни, на постамент. Прям наверх кто-то заведите танки. Наверх поставьте баса. О, как удачно. Бежал. Вместе с укусом. Факт. Милики тоже бегают, не стойте. Кому я сказал? Холику первому, да? Холик, антифир уже надо на себя. На первой взлетке сдать массакру. Я знаю, но на тебе должен висеть антифир, чтобы ты дал массакру. Ой, массакру твой. А мы в группе шаман есть, потом если поставят, то дам. Нет, какой, я тебя понял. Короче, Фолик, ты сейчас на себя бросаешь антифир. Твой престовский антифир. И когда только она взлетает, только побежала, только видишь по рейду, типа, фир, ты уже его сдаешь. Ты прям стоишь с зажатым вот этим фиром.
Ой, масс диспелом, точнее. Не понимаешь, да? Не знаешь, что за скилл такой антифир? А, да ты сдох. Вопросов нет тогда. Че, резать бича? ДЦ сделай то же самое, пожалуйста, дай антифир себе. Все, давай твой первый тогда. Сейчас будет фирок этот. Протопал, я не знаю, этот поддашь сокру подкаст не раньше. Центр телам освободили. Личные сейвы отдали. Кто может хилиться, хилится. Дистанцию друг от друга набрали. Зал у нас кру. Шо, центр хилам оставьте. Не прижимайте там. Куда ты бежишь, ДЦ? Не беги, не беги сюда. Все, поехали. Иннер по фарлу дайте. Дивандис, дай иннер по фарлу. Сбежали, сбежали с пактом быстрее. Как-то бы поднять. Блин, Войд, подними, пожалуйста, этого полика. Ты чётенько закомбинил. Тотем есть грибзон? Хорошо. Этот, ставь. Войд, залей иннер. А, ты уже залей. Когда... Ставь тотем этот, на отсе, читай на ману. Ну да, а просто сыграйте. Этот центр закинь по буре иннер, пожалуйста. Сбежались. А, что-то я забыл совсем. Сейчас это укус передадите, надо Геру. Укус передали. Все, давайте, Гера. Спасибо, что на хила передали. Да, пофиг, это же обычка. Но это вообще на самом деле хреново. Типа у вас есть, ну, таймер же видите. Можете прям секунд за 10 найти себе цель, встать возле нее и ждать. Как бы хилов такое. Сбежались, РДД. Милики вышли. Все, разбежались. Станцию набрали. Центр опять хилам оставили. Хилимся, живем. Потеряли историю. Ну это ложимся тогда. А может быть вы добьете? В смысле, ну мы историю потеряли. А, ну типа укус. Обычно когда Войт так говорит, мы ложимся. Да. Да не. Сбежались. Лещи. Опа, еще один оскол. Кому сегодня идет? Ну, в прошлый ты, раз ты, больше... Ты его выиграл, да? Забрал? Или, ну, сейчас написано было, выигрывает. Да, забрал. Ага. Что не покорители падают, блядь. Я никому не нужен. Дисгрессию дадим, пускай это больше дамажить, может, начнет. Куда больше-то, ну? Еще больше. Топу такой. Не будет брать все немножко. Ну я так закинул, типа, если кому-то надо, вот дисгрессию эти два закинул. Смотрю, что там трансмок Т10-2. Кому надо, пишите. Ну, да. Предложение по ебать от 5к. Воительниц играйте. Надо походу пересаживаться с Роги на кого-то другого. Не буду так играть. Тупо. Ну, ШПшник неплохой вариант, и ШПшников нет. Ну тут получается. Блин, нету, блять. Ебать. Ну, то, что в первый рейд попали, это, ну, допустим, Биг Дэм, это второй перс. У меня это вообще третий перс. Ну, Песа, Магнус, Биг Дэм. Песа, он вот в первом ряде, вот Магнус во втором. Как бы по одному шипешнику маловато. Если второй шипешник... Магнуса уже не будет. Но он ушел из вала. Ну, я он на ушел.
Воу-воу-воу, походница там, парни, походница там. Меньше. Ну что ты будешь делать? Совы не полезны? Это. Да. Либо станчик, либо там чаш или еще что-нибудь. Встали, побежали. Предлагаю вот в эту вот гильду переименовать. Чардж, будешь покинуть тело? Нет, встали, побежали. Прикольное название для гильдии. Да. Вот бы кучёную сиську. Сука. Это как от заката, это от заката до рассвета в этом фильме, да? Это оттуда что ли? Ну там как-то бар назывался, блять. Что-то сиська. Сиська. Может быть. Кек. Там мужик еще на входе товар расхваливал. В переводе гоблина. В правильном переводе гоблина. Камрад, блять. Бля, перевод гоблина отказал. Если большой куш не смотрел в переводе правильного гоблина, блять, жизни не знаешь, блять. А какой гоблин в оригинале пищи, блять? Да какой пищи? Там мемы чем есть, блять? Какие? Песики нормальные, блять. У них не передал вообще никак. Так он просто перевел в тупую, как есть, и все. Точнее озвучил. Какие там мемы, блять? Такое сейчас повторится, это. Нам нужно с экра, вот сейчас прям с экра, хорошо. То есть химена, блять. Чётенько, чётенько. Все года не знали, что это за слово вообще. Все-таки она вертится. А что с сценками происходит на боссах, которые не манекены? С кем? С энхами. Они очень сильно урон теряют. Вот как я это вижу на призоне. Что там происходит? Как это работает? Ну какой босс не манекен? Ты синдрумишь, ну или лича? Тотемчик, я говорю. Типа тебе нужно, чтобы тотемы рядом стояли, да? Если бегать на то все, весь урон в помойку. Вот, кстати, говорит, понятно. Не, просто мы видели, да, там на орке, там на тухле, на гниле призон хорошо давал, потом раз, случился проф. И пиздец. И там пиздец. Еще и колбы ловили, блядь, конечно, ноль меткости. Колблую только профессионалы, блять. Значит, все на волках связано. Ауф. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. За полтора часа не успели. У вас еще 7. М? 11, 11 минут еще. Нормально, торопимся, ребят. Встали, побежали. Три босса, 11 минут. Изи. Да дело. Не успеем, плюс ГП всему, всей гильдии. Согласен. Начнем со взятого. Закончим им уже. И закончим. Да, и закончим, да. Инициатива ебет инициатора. Типа первый и последний. А, взятый, ты же там 100 тысяч не дал на ребре. ГП не дал, не дал. История, подтягивайся. Пойдем, история. Где подписать, чтобы назвать смени? Все хорошо. Ты там взятый накинешь на себя доспех там? Yes, уже. И это, два хвалипала тогда летают. Я на бурю звездочку поставлю. Придерживайся ее, пожалуйста, фарла. Остальные на рейде.
На рейде, наверное. Гримп, тупай тоже в портал. Быстрее будет. Намного. Какие там, если синхронятся, они будут. Будут мешать друг друга. Поставь не звездочку, а что-нибудь другое. Давай печеньку. Ну, по часовой всегда летает, поэтому, ну, ориентируйтесь. Ой. Ну, это, парни, там, вперед танка-то не бегите, дайте им. Пуль не уходим. Интересно, какой рекорд скорости на этом боссе? Минута две, наверное. Если 4 хила отправить, портала. Ну, если идти на рекорд, то можно хилов 10 отправить, и нормально будет. А, ну, кстати, да. Да, ну сколько они, 10 порталов-то, по-моему, всего что-то 6 или 7. Вот столько хилов и отправить. Или 8. Ну, в общем, я об этом не подумал, да. Все порталы, все. Тёма. Там этот Тоха тогда рассказывал, в десятки хм они за 40 секунд выхиливали. Но это не на этом сервере. Да. Призан, тебе пришел рез? Чисто рекорд устанавливали. Прикольно. Бля, я за рогу сейчас в бою резнул Призана. Ты что, ты нажал ваниш? Ты нажал ваниш и быстро ножик. Я теперь друид, нифига себе. У тебя 10 минут, когда теперь получается? Там 30 минут, но я друид. Значит, ты делаешь минжу, блядь. Жёстко, блин. Вообще, по идее, типа, это давно не должно было работать так, но это жестко. Это на Вале работает, потому что если здесь нажимаешь ваниш, то ты, тебе комбат не вешается, на да. Вешается. Ну, блин. Ну, на Вале это бесполезный навык, а вот на других боссах это прикольно было. Я выш начинаю ждём, но, блядь, всё. Масс резко остановил там ваниш. Это, Рога, залей в Гримзола Иннер, пожалуйста. Потом новоиспечённый друид. Могу бинтами, бинтами только намазать. Нет. Там в Эджи есть какая-то вещь, которая ману восстанавливает. Инъекции или как они там? Что за драгдилер какой-то? Улучшенными. Предлагает свои инъекции. Ты стоишь, да, ты даже не просишь, он подошел, тебя воткнул. Так это, блядь, присты, которые ПС-ку продают. Парень, хочешь чтоб один аккаунт, а? Парень, хочешь? Давайте Геру, парни, Холик, дай крылышки на босса. Повешай, пожалуйста, ангела своего. А у приста ПСК что дает? Скорость. Гера. То же самое, только одиночная. Вот, тогда на мутиков ее можно кидать. Нельзя. Это кастер. Он был на предыдущем. Кастер можно кидать. Отлично. Там, нет, там не то же самое. Там скорость каста повышает и затраты маны уменьшает. А-а-а. Именно маны, а не вот. Ресурсы. Так что вот она, это нет. Лут. Грубо говоря, вот это два ботинка. Хорошо, но. Вот это ну, вот. Хотя бы это полная пара. На мутиков. На правую и на левую ногу. На мутика, блять, вот. Погнали. Тип того. О, топ-хиллеров бинтами. История. Вот, учитесь хилы. Это кто на лестнице, ой, на лифте сдох. Давай прямо здесь потанчим трэш. Ну на лестнице сдох, ой, на лифте там сразу, скорее всего, не лестница здесь. Ладно. Ребят, поменяйте меня, Фарла, я пошел на работу.
Окей. Давай, Мишка, иди сюда. Мишка, сюда иди. Да, да, да. Вот тут давай с нами. И Пал тоже сюда к нам. И вот тут вообще профитно будет. Вот. Прям изи. Дашь ЕП? Угу. Где эту кнопку имела? Это что так? Ну что, Варахель это ретрик, да, у нас? Блин. И Хапмал тоже. А, и Холик, ой, огонь вообще. На Синдру пойдешь? Хотя тебя закинули, тебя, кажется, выбора нет. Ну ладно. Пойди-то пойду, выбора нет. Хотя идти уже вообще печаль беда. Всем спасибо, всем пока. Ну, да, давай. Нет, почему? Каска есть еще? Паладины, каску... по себе обновите каску, блок.
Елагалова. Ну да, до 40 FPS отпустилось. До 40, блять, у меня до 7. Бах, души. Ты с боссов-то лутаешь? С боссов, да, там по 3 души. Сосывается. Ну, но не со всех, я слакую. Да не знаю. Ладно, хоть не по одной. Но как-то да, маловато. Разница, конечно, была бы колоссальная, если была бы одна душа, а не три. Три раза. На ШМ по одной. С боссов. Прикольно. Видишь, люди еще более опущенные. Не, ну нам-то касать надо было, но а тебе 2.5. Ладно, я опущенный. Но у нас боссов по 50. Че? У нас с боссов по 50. А, по 50? Да. Я не обратил внимания. Хуя ты прослакал. Нормально. Сколько боссов прослакал? Ну, блядь, нормально, я на самом деле прослакал. Сейчас Артём такой, пойду я. Я думаю, что боссов, ну типа душ 200-то я точно въебал. Таким нехитрым образом. Парни, пока дай, кидайте в него. Только Валька, корабли и этот, блядь, Сурок. Все, все остальные лут... А, не, личишь. Mm-hmm. Все остальные не лутают. Ну, лутаются. Лутаются, блядь, да. Понятно. Ну вот 400 душ, только с босса. Ну да. Тёма, тебе только в 25-ке надо или десятки? Да нет, десятки тоже можно. Можно какой-нибудь коммерческий устроить, типа десятку протащить какого-нибудь. Б. Мимо крокодила. А, в Зуламан-то теперь проходка не нужна. Сейчас вообще никуда не надо. Точно. Сейчас нихуя. Десятку можно вообще не ходить. Не получится ничего уже. Да, чисто можно просто сходить. Самим не, ну так вагонов одевать, я думаю, тоже нормально. Можно надо тебя повагонить в десятку бы. На душу. Чисто на душу. Ну и параллельно, блядь, взять какого-нибудь десятого этого вагонщика. Хотя бы 1020. Вагонщик Кириллу нужно. На Варе? Да. Ну да. Вам голды не даст. У Кирилла Варта одетый достаточно. Достаточно. Так что... Я не знаю, можно вообще просто маленького, блядь, какого-нибудь шапешку найти, сказать. Вы его там бьете. Слышу, ёбану. Сюда хотят там. Мы тебя оденем, только это. Играй. И все. Ну так, пойдем, мы тут уйдем, а то вот это осадки тут. Некомфортные вообще. Не, внутрь, в смысле, вон туда. Пойдем, в вольеры. Мишка, потанчишь, мне срочно надо идти, буквально 2-3 минуты. Долорант пошли? Давай ее поднимем на Вальку. Пошли, его унесем на первый этаж. А мы как-то, если кто знает, у Ульдари есть такой босс, сука, как же он? Алгалон. Торим, нахуй. Перед ним, короче, мобы. Мы как-то вели моба до генерала, блять. Хилимс. Живем. О, слабый умерли. А, это дамаж не абсорбит сейчас. Нет, так, здесь нужен, блядь. Только захил. Холика же смотрели. О, смотрите Холика, пожалуйста. Ничего да. Не хилят, а ты, ну просто.
саппорт кому надо, там хилы, танки, если у кого-то нету, войду обмен. Рыбелку поставил. Жирненькая. Бля, реально веселый хант. Какой? Да. Есть там один. С неактивированным метод сокетом. Это у тебя так показывают. Потому что у тебя нет, потому другие. Что у него нет такого сокета, который ему нужен для активации. Ну ты прочитай. Вот видишь, вот это 15 ко всем характеристикам, знаешь, такой камень? Он на один сокет действует, нет? Он все три активирует, если ты не знал. Ну, допустим. У меня всегда почему-то один, но он похуй. Что там, подтягивайтесь? Полли. Это, я никогда не танчил, там, короче, когда всех притягивают, мне так же убегают со всеми? Нет. Это что говорит, танк? Да. Нет, ты стоишь, бронявишь. Это, Синтек, главная твоя задача поменять половинчика. То есть, типа, кто будет встречать, я не знаю, кто будет, наверное. Да, наверное, ты первую фазу и потанчишь, потренируешься до последней. Да я это, короче, две шмотки надел на Frost Resist. Там грудак, если поменяю, у меня там меткости не хватит. Да пофиг. Оставь меткость лучше. Это. Босса встречаешь, я, блин, не буду ставить метку. Вот, короче, перед звездочкой уголок, видишь, черненький. Вон там босса встречаешь, сейчас не надо. Стой, сейчас не надо. Призовешь. Типа встретил, посадилась, повернул на 90 градусов, танчишь. На последней фазе пал придет тебя менять, он встанет в тебя, нажмет таунт, ты уйдешь. Убежишь к нам аккуратненько. То есть в этот момент, когда ты будешь убегать, в звездочку и печенюху могут выноситься метки, ну, глыбы. То есть ты это оббегаешь дружненько, заходишь к нам и прячешься где-нибудь за каким-нибудь склепом. Сбрасываешь стаки, только сбросил стаки, также аккуратненько не заморачивай, ой, нет, не замораживайся. Попер, поменял пала, пал ушел делать то же самое. И все. И вы автономно, без моей команды, сами по себе. По КД сбросились, поменяли друг друга. Такие дела.